Гашука у нас стартует в малом кубке, да? Да. Я говорю, скажи, пожалуйста, ну вы переименовались из Сельпо в Гашика и вернувши старое название, как ты считаешь, насколько успешно проведете этот турнир? Думаю, очень успешно. Вы попали вот в группу вместе с Газмясом, да, с Виданую, Партизаном. Что тебе известно об этих командах? Ну, Газмяс, смотря каким составом они соберутся. Если у них будет тот же состав, который был на прошлом кубке, я думаю, проходимо. Проходимо, да? Да. Скажи, пожалуйста, ну в целом, вот как ты считаешь, Гашика сможет из 5 игр победить 5 или нет? Не знаю, как с 5 из 5, но с 5-4 точно. Кого бы из вот этих 8 команд ты назвал бы фаворитом турнира? Я думаю, Гашика Плеса будет. Гашика Плеса, да? Да. Хорошо, интересный вариант. Скажи, пожалуйста, ну вот кто будет таким основным лидером вашей команды? Основным лидером команды? Не знаю. Парницкий Денис. Парницкий Денис, хорошо, да. Спасибо, удачи вам. Спасибо. Команда Дом Архитектора будет пытаться победить в малом кубке, да? Да. Чемпионов. Скажи, пожалуйста, ну какие шансы у вас попали в Плеса, Фуршет, Титан? Что ты можешь сказать об этих командах? Ну, Фуршет, это уже какой раз с ними играем. Но все время игра такая идет, да, неплохая. В принципе, можем побороться, но что-то не хватает с ними. Я думаю, чего не хватает? Не знаю, может настойчивости или там... Не знаю, не успеваем уже за ними под конец матча. А что можешь сказать о команде Титан? Ну, Титан, там, насколько я понял, там такие есть много огромных игроков, таких жестко играет, по-моему. Их тоже на игру немало приходит. А команда Фуршет? Фуршет уже говорил уже. А Фуршет уже говорили, Плеса. А Плеса, что там Плеса? Они техничные, каждый кубок играет. А я вот смотрел прошлый кубок большой, там реально удивлялся, как они проиграли. Кто является фаворитом? Плеса. Плеса. Вот, из второй группы. Размяс, наверное, гигашек. Угу. Ну, спасибо Привет, большое, Дом Архитектора. Давайте, победите в этом турнире. Ну что, скажи, пожалуйста, Фуршет наконец-то в большом кубке прорвался, да? Да, до финала. То есть скажи, вы команда какого-то высокого уровня, то есть вам, если турнир Лиги Чемпионов, тогда вы показываете хороший результат. А так нет, извините. То есть можно четко сказать, что опять снова в этом турнире вы достигнете, до полуфинала, да? А дальше как получится. Так что, полуфинал или финал все-таки в этом турнире? Да нет, будем играть, конечно, уже раз... Прошло, сняли это проклятие какое-то полуфинальное. Ничего себе. Ты это так называешь? Скажи, пожалуйста, что ты можешь сказать о командах Плеса, Дом Архитектора, Титан? Ну, Плеса непонятно, что за состав привезет. Если привезет сильный состав, то они, наверное, нам за полуфинал будут не очень. Дальше Дом Архитектора, ну, молодые парни гоняют, с ними будет тоже тяжеловато. А Титан, опять же, что за состав привезет? Мы, в принципе, раз с ними играли, хорошая команда. Ну, скажу так. В прошлый раз у нас группа была полегче, все-таки, наверное. Я понял. Ну, кто является фаворитом турнира? Ну, я думаю, Плесо, мы, Гашика. Ну, и Газмяс, если приедет состав. Понятно. Хотя хорошо. Обещали бронепоезд. Ну, вам тогда удачи, всего самого-самого лучшего. Как видите, организатор команды Титан, достаточно солидный человек. Сань, да? Скажи, пожалуйста, точно так же команда будет выглядеть солидной на поле? Мы постараемся всегда солидно выглядеть. В новой форме вы уже сыграли на этом кубке или еще пока да, что нет? Да, играли уже один раз. А, то есть и опять мы видим вас в новой форме, да? Да. Скажи, пожалуйста, вот в твоей группе попалась команда Плеса, Дом Архитектора, Фуршет. Что ты можешь сказать об этих коллективах? Ну, в принципе, в команде Фуршет там, в принципе, тоже довольно-таки хорошие игроки играют, такие как Мороз, Андрюха. И, ну, Плеса это, в принципе, собирает Харин, ну, там неожиданный состав может быть игроком. Скажи, пожалуйста, вот в целом, кого ты видишь фаворитом турнира? Турнира? Ну, если честно, больше Плеса, ну, по возможности, может быть, Виданоева соберется. Скажи, пожалуйста, а вот будет ли такой, можно сказать, матч-дерби Плеса-Титан или нет? Или это уже, в принципе, когда Плеса играла за тебя? Нет. То есть сейчас это уже абсолютно, да, не такой актуальный матч? Нет, потому что смысл там, команда собирается в разном составе, как бы, тут уже нету такого компрометирующего вопроса. Ну, то есть команда номер один в вашей группе кто, в принципе? Я думаю, что Плеса. Плеса. То есть за второе место вы будете уже бороться непосредственно, да. Вот три команды, да? Ну, я думаю, что или Фуршет, или мы. Хорошо. Желаю, чтобы были или вы, или Фуршет. Вам да. Удачи. Спасибо. Команда Газмяс. Команда, которая имеет большие амбиции, наверное, да? Ну, надежды точно есть. Скажи, пожалуйста, Егор сейчас находится в России в связи с поисками игроков, или как-то он обучается у великих тренеров голландских, или у него какие-то другие цели? Ну, у него немножко другие цели, это работа у него. Работа. Скажи, пожалуйста, ну в целом, как ты вот оцениваешь шансы команды Газмяс на выход из группы? То есть у вас Гашика, Виданоева, Партизан? Ну, Партизан знаю, вот, а Виданоева и Гашик это команды, которые неизвестно какой состав поставить.
То есть, если те составы, которые были раньше, то это проходные команды. Если новые, как они говорят, то будет, конечно же, тяжело. Угу. Я понял. Скажи, пожалуйста, а в целом, вот с кем ты считаешь, ну, вот можете встретиться в финале? В финале не знаю, но полуфинал точно с фуршетом нужно. Точно, да? Ну, это уже привычка вошло. Угу. Понятно. Хорошо, ну тогда желаю вам попробовать и достичь этого успеха. Стас, скажи, пожалуйста, я узнаю, ты представитель церкви «Новая жизнь», да, и Игорь Калюжный, непосредственно твой брат во Христе, да, друг. Скажи, пожалуйста, вот как ты оценишь шанс команды New Life-Виданоева, как ты считаешь, смогут ли они победить? Вот что бы ты посоветовал своим братьям во Христе? Что, работать надо. То есть работать на поле, добиваться, да? Ну да. Скажи, пожалуйста, вот ты бы какой ты, Игорю Калюжному, посоветовал тактику? Ну, я не знаю, как они там играют, но вроде бы они в полуфинале сыграли прошлого. Да, года. Да, они даже выиграли один кубок. Да, и они все там выиграли. Да, да, да. Я думаю, что ну, должны они как минимум там выйти из группы по-любому. Хорошо, Стас обещает, Игорь, ты должен это сделать. Выход из группы. Команда «Партизан» является кубковой командой, которая может усилить игру, может усилить кубок и показать действительно, кто в доме хозяин. В принципе, вы уже не «Партизан», да? У вас новое название СК? 12. СК 12. И на этом турнире вы тоже, наверное, будете СК 12, да? Или «Партизан»? Да, только «Партизан». Потому что, да, в полуфинал вы участвовали «Партизан». Ну, вообще, вот из группы здесь какие-то команды? Газмяс, Гашика, Виданоева? Незнакомые. Знакомые есть вообще? Ну, Виданоева, Газмяс, Гашика не знаю. Ну, можно сказать, что вот уже даже если вы не победите в кубке, но победите команду «Газмяс», это уже будет удовольствие или нет? Да нет, нам все равно, кого побеждать. Ну как все равно, кого победим, того и будет. Ну как ты считаешь, вот группа Б сложнее или легче группа А? Я думаю, что легче. Легче, да? Ну. То есть у вас есть огромнейшие шансы оказаться в финале? Ну шансов нет, но легче группа. Ага, ну попробуйте, чтобы эти шансы были. Так ну что? Попробуем кому-то просто испортить. Ого, ничего себе, команда, которая специально едет испортить настроение. Посмотрим, кто же получится в этом, на этом месте. Все, вам удачи и успеха.